сынком в садик, так соскучилась, 4 дня его не видела. Сейчас пойду заберу. Это как? Покажи мне. Вот. Кнопка быстрая, ну а как она действует? Вот смотри, нажимаю кнопку. Что? Да, чуть-чуть поближе. Поближе? Да. Нет, поближе не надо, там машины ездят. Поэтому становись на дорожку и смотри с дорожки. Да. Нет! Вот, оттуда. Радомир сегодня вот такую вот красоту нам сделал. А Лук опять забывает. О, у нас сейчас мы с Радомиром идем домой. О, мусор какой-то тут валдан. Прекрасно. Кто-то повесил. Да, кто-то и мусор повесил, раскидал, в общем. Люди у нас прекрасно. Мама, а нам какие-то бомжи скалупу от яйца под колашки. Плохо, наверное, ели яйца у нас под забором. В общем-то, очень душно, очень парит. Я подозреваю, что скоро пойдет дождь. Наш папа нам купил клубнички. Вкусненькая, однако. Пришла, как гопник тут села и показывает пятки мне свои ногти. Пятки не отрываешь, ногти. Пацанов уважаешь, ясно? Ну, это фламинго, да? Это наклеечки, да, такие? Потрогай, ну матовая. А я ж тебе говорила бежевый делать, светлый. Я захотела черный. Тихо. Что, свалилась? Нет, я села в позу лотоса. В позу лотоса. Давай снимем. Блин, я этот... А ну, как же тяжко быть звездой. Давай без этого, мы все прыщи видим. Давай, смотри, ногти, ногти. Подожди, мне у меня вот тут прыщи. Я пишу видео, да, а ты мне про прыщи. У меня фотосессия скоро, ногти, у меня покажи прыщи. Мне. Смотри на мой прыщ, пока снимаешь. А когда у вас этот? Фотосессия? Воскресенье. Ну, не знаю, может, у меня в это не будет. Да. А что у тебя не будет одета? Не знаю, если я буду у Саши, мне будет лень на 11 утра ехать. А что ты будешь у Саши? Тебя никто не отпускал. Ну, я попрошусь еще у вас.